Всем привет! Вышли только на остановочку и сразу движение. Вылетел скутерист, две машины. Ну, скорая уехала, потому что я только подъехал. Как сказали очевидцы, скутер не показал поворот, принял вправо, и сзади его догнала эта машинка, Mazda. Ну, вот как-то так. Ну, все целые, скутерист, водитель, нормально все. Просто что удар, и чуточек на бочинку он приземлился. Сейчас он уже выясняет, что за движение. Полиция стоит, бдит. Девушка за рулем отвернулась. Все под контролем. Будьте аккуратны на дорогах. Не забывайте показывать поворот. Зеленого вам всем света.